Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Доброе утро, друзья! Мы, как всегда, с Шекелюшкой на утренней прогулочке. У нас сегодня обещают теплый день до плюс 22 градусов. Вчера 25 было. Ну, а потом обещают немножечко похолодание. У нас сегодня предпраздничный день. И после занятий наша школа организовывает нам поход. Поход в туристическую зону, пикниковую зону. Там у нас будет барбекю, отдых, общение. В общем, кому интересно, оставайтесь, смотрите. А завтра у нас День Конституции в Норвегии. Это большой праздник. У нас будет 4 дня выходных. И также в этот день будет парад. Парад с 10 утра до 3 дня. Мы, конечно же, хотим с Артуром пойти посмотреть, как здесь празднуют. Я буду все снимать, потом обязательно с вами поделюсь. Ну а так как видео у меня немножко запаздывает, я выпущу праздник вторым видео вечером, чтобы хоть немножечко подтянуть свои видео. Как-то вот много всего интересного для нас, и вот так вот растянуло. Хочу сказать вам огромнейшее спасибо за ваши советы, за комментарии по поводу проращивания семян. Вы сказали, что вот эти торфяные таблеточки нужно каждую таблеточку в отдельный стаканчик поставить. Так, стаканчиков у меня пока нет. Мы обязательно купим с Артуром. Я не знала, что их надо в стаканчик, пока они у меня так стоят в лоточке. Но еще пока ничего не проросло. Смотрю, наблюдаю. Спасибо огромное за ваши советы. По поводу щавля. Я уже один пакетик заморозила. Спасибо огромное. Первый раз морожу. Не знаю, как что получится. Надеюсь, все будет отлично. Так как баночек у меня нет, а заморозка это очень даже выручит. Главное, что, наверное же, щавель не поменяет своих свойств. Правильно? Еще раз огромное всем спасибо. Вот сейчас я вам даже вот покажу. Видите, он так просто растет. Ну, не только у дороги, везде на обочинах. Да, потому что спрашивали, вы щавель нарвали как бы у кого-то или же... Так, немножко отвлеклись. В общем, щавель у нас здесь дико растущий. Это ни у кого мы там с участка не нарвали. Вот. Так, пока не забыла. Сергей и Люба, знаю, что вы ждете ответ на свой комментарий по поводу Google переводчика. Обязательно еще раз покажем и запишем, снимем. Сейчас вот, как говорится, праздники немножечко пройдут, а то слишком длинные видео получаются. И сразу поделимся с вами своим переводчиком. Все, друзья, мы идем с Шекелем обратно. Сейчас вам покажу свой мини-огородик с клубничкой. Вот, и поедем с Артуром в школу. Мы пришли с классом в парк. Мы уже с вами были здесь. Это парк фрисби. Ну, можно сказать, под мостом, который находится. Здесь у нас пикник. Ну, снимать особо не буду, потому что не все хотят сниматься, да? Thank you.
друзья, мы уже дома. После пикника заехали в супермаркет, купили молока, так как у нас завтра не будет работать магазин. В субботу будет, потом в воскресенье, понедельник не будет работать. У нас как бы все практически есть, кроме молока. Молоко закончилось и хлеб. Хлеб взяли вот такой, скидка 20%. И вот такой, это самый такой дешевый хлеб. Около 10 крон он стоит. Но я просто захотела беленького. Не все время темный кушать. И мне иногда хочется белый. Взяли огурец, помидоры у нас есть. Огурец 24 кроны с копейкой. Так, вот такие были по скидочке орешки. Смотрите. 14,50 можно сказать. За упаковочку. Вот две упаковочки взяли. Были на барбекю, и там мы попробовали вот такой жареный лук. Нам очень понравился. Посыпали на сосисочки с кетчупом, с горчицей. Просто так. И купила вот такие резиночки себе на хвостик, для хвостика. Такие резиночки стоят 30 крон. Сейчас наведу. Вот, 29,90. И купили вот такую соль, 4 килограмма, это крупная соль, мы там общаемся, знакомимся с людьми, и нам рассказали, что они сушат люра, треску, и именно засаливать нужно для сушки крупной солью. В общем, мы купили такой пакет, стоит, по-моему, 30 крон, вот, поймаем, попробуем посушить, и... Артурчик сделал подарочек в честь праздника. Вот такую красоточку. Держу интригу. Все, держаться нету больше сил. Вот такая белая красотка с такой губой. Шикарная. Просто шикарная. Так, что у нас тут? В парничке. Вот в парничке, видите, есть конденсат. А здесь у меня в помидорах почему-то нет. Может быть, накрыть пакетом лучше. Может, не так плотно прилегает. Хотя многие писали, что воздух должен быть доступен. Там, как бы, наверное, есть воздух. Ну, посмотрим. А что тут у нас такое? Мальчик с шариком спустил? Ты спустил? А что это за звуки такие волшебные? Всем привет, привет! Привитульки-лохматульки, черные носики. Кто догадался, что это за звук? Ждет. Ура! Давай. Хоп. Ай, молодец. О, где раздолье, да? Опа. Ай, молодец. Доставай. Скажи, хоп. Хоп. Ай, молодец. Гол. Футбол. Да. Сейчас мы его пробьем когтюшками. Ай, молодец. Ай, какой шарик. Шарики мои. Так. Важно. Не успеваю снимать. Ой! Ой, скажи, мне надо на коврике, да? На коврике.
Все. Вот, друзья, у нас вечер. Мы с Артурчиком на рыбалке. Артур там ловит. Клев у него, как на черных камнях. Рядом стоят с ним тоже рыбачки, норвежцы. Я ходила, собирала щавель, и мне один из рыбаков показал вот это место. Смотрите, вот такое место. Я говорю, не-не-не, это не щавель. Он оторвал листик, говорит, на, типа, понюхай. И это пахнет чесноком. Это называется черемша, друзья. Посмотрите, какие листики. Я первый раз вижу и первый раз буду пробовать и заготавливать. Мне Катя, если Катечка, ты смотришь, тебе большой привет. Сказала, что они с Колей тоже заготовили черемшу, сделали как специи, перемололи в заморозку и добавляют вместо чеснока. Действительно, пахнет прям чеснок-чеснок. В общем, я взяла пакетик и сейчас нарву вот эту прекрасную травку черемшу, друзья. Вот, друзья, сегодняшняя наша добыча. У меня целый пакет щавля. Буду замораживать. Спасибо за ваши советы, за ваши комментарии. Очень-очень приятно. И второй пакет – это пакет черемши. Как же он пахнет чесночком. Тоже сейчас все помою и дам стечь. И посмотрю в интернете, как правильно заготовить. Может, точно так же заморозить или же измельчить. В общем, я посмотрю и потом расскажу вам, как я его заготовлю. Дальше. Вот такая у нас огроменная треска на 4,5 килограмма. Муж поймал сразу там на берегу. Я ее почистила. И у нас вот чистое филе. Не знаю, не взвешивала. Мы хотим попробовать запечь в духовке. Также домой мы взяли 6 сайдочек вот таких. Я уже их почистила. Ну, я не сильно хорошо там вычищала. Вот, убрала жабры. Я ее хочу засолить как на таранку. Со мной одноклассники поделились рецептом. И я хочу попробовать. Вот, вот такую рыбку посушим. Здесь у меня в пакетике щечки. Вот от головы голову выкидываю. Мы с Артуром не любим уху. Вот. А вот эти вот щечки я очень люблю. Они жирненькие, вкусненькие, видите. Я их люблю жареными. Просто посолить в муку, обжарить. Это так вкусно. И в судочке у меня, смотрите, печень трески. И вот там икра трески. Кто знает рецепт, как приготовить печень трески вкусненько? Если можете, поделитесь, напишите свой рецепт. Потому что я только жарила. Вкус у нее вкусненький. Тоже подсолила, в муку обжарила. Но это не то, конечно, как ты открываешь консервы, намазываешь на хлебушек и кушаешь чаем с кофе. В общем, буду ждать ваши комментарии. Ну, а я сейчас буду все, как говорится, заготавливать, солить рыбу, эту в холодильник, это все перемывать. А с вами попрощаемся совсем ненадолго, буквально до завтра. Всем пока-пока, мира и добра. Мы обязательно перевернем страничку в светлое, мирное будущее завтра. До новых встреч! Вот, друзья, нашинковала я щавель и черемшу. Угадайте, где щавель, а где черемша? Вот мне даже интересно, напишите в комментариях, в металлической мисочке черемша или щавель, и в пластиковой мисочке. А я потом скажу правильный ответ. Я достала наш вакууматор. Мы привезли его с собой. Сейчас завакуумирую и в морозилочку. Вот, друзья, у меня получилось 2 пакетика щавля.
по 275 грамм. Я вот так подписала, скотчем приклеила листик и 3 пакетика черемши. Ну, черемшу я не стала взвешивать, это же просто приправа. Вот такие заготовочки у меня на сегодня.